Студентов принято при встрече целоваться в щеку. А евреям так можно? Могу только отметить, что когда я учился в институте, мы не приветствовали таким образом своих сокурсниц. Могу только предположить, что это изменилось за последние 20 лет, что я не учусь в вузе в России. Единственное, что можно сказать, здесь в Израиле и вообще в принципе в мире при моменте деловой встречи принято подать руку, и неважно, деловой партнер, он мужчина или женщина. Была такая интересная история. Рав Авадия Йосеф, зихроно левраха, написал книгу «Ябиа Омер» и получил за нее «Прас Исраэль», государственную премию Израиля. И эту премию вручала не больше, не меньше, как премьер-министр Израиля Голда Мейр. Она была уже женщиной в возрасте, как говорят, что в принципе она была человеком, который был мужчина в юбке, то есть она была такой мощный лидер и т.д. Так вот, Голда Мейр протянула Рав Авадии руку, а Рав Авадия ей этой руки не пожал. Рав Мойше Файнштейн пишет в своей книге, что респонсов, что подавать руку бизнес-партнеру можно приучить и нужно приучить, что это не стоит делать. В принципе, хотел бы сказать, что вот этот обычай, он непонятен его смысл, почему нужно обязательно поцеловаться при встрече. То есть я говорю так, с точки зрения Аллахи, прикасаться к любой женщине, которая не ваша жена, мама, сестра, дочь, нельзя. Вот, соответственно, с этим нужно себя и вести. А свое окружение можно приучить, что вы просто держите дистанцию. Это, в принципе, принято у многих людей. Поэтому я не думаю, что вас будут меньше уважать из-за того, что у вас есть свои особенности. Вы человек, который держит дистанцию.